Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Trady. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Skibidi Tower Defense. И давайте мы с вами заберем нашу наградку, которая нам доступна. В прошлом видео, ребят, мы с вами получили апгрейд Титан Спикермена. Сегодня, ребята, я хочу донатить до тех пор, пока нам не выпадет 3 титан, либо трай титан, не знаю, как хотите называйте, ребят, напишите в комментариях, как будет правильно. Ну, а я давайте, знаете, что сделаю? Я включу вот так вот, конечно же, супер лайки. У нас абсолютно все удачи куплены, ребят, поэтому я давайте вот таким вот образом доначу первую 1500 робаксов. И мы с вами все посмотрим. Может быть, нам выпадет гем? Гем-камерамен. Нет, ребята, нам не выпал самый редкий. Тут у нас самый редкий. Это, давайте сейчас посмотрим. Вот, ребята, гем Титан Камерамен, 18 всего лишь штуках, представляете? Я бы хотел, конечно, его тоже получить, но наша задача сегодня, ребята, получить 3 Титана. И давайте, ребята, мы с вами его будем пытаться получить. Поэтому, ребята, я вот таким вот образом открываю. К сожалению, здесь ничего нет. Ну, конечно же, ребята, давай, пожалуйста, ну, что-нибудь интересное, давай, 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 давай. Ну, как что-нибудь? Нам нужен 3 Титана, ребята, поэтому я его... пытаюсь получить, но, смотрите, ребят, даже апгрейд нам не выпадает. Чё-то, короче, нам не везет, ребят. Смотрите, первый раз я открыл, и мне прям не повезло. Покупаем еще, ребята, еще 3000, ну, получается, да, 3000 робаксов уже потратили с вами. Вот таким вот образом. И, может, Титан? Нет, ребята, гем-камерамен. Я столько уже сюда вдонатил, ребят, ну ладно. Открываем дальше. Давай, пожалуйста. Давай, 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 давай. Нету, ребят, его. Я все надеюсь, что он выпадет нам. Ну, пожалуйста, давай, 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 давай. Да ну ладно, серьезно, да где он? Пожалуйста, давай, ребят, смотрите, сколько я гемасов трачу. Да нету его, и все, ребят, смотрите. Ну давай. Давай, 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 давай. Да ладно, ребят, серьезно. Окей, я не сдаюсь, ребята, я не сдаюсь. Пока робаксы есть, ребята, мы с вами 4500 робаксов уже тратим. Может быть, Титан? Ну-ка. Гем-камерамен, ребят. Ну, ладно. Гем-то гем. Открываем еще. О, что это такое? Так. Так. Ага, нам выпал, ребята, спикер. Окей. Спикер не то, что нам надо. У нас спикеров уже 4 штуки вроде, ребят. Ну, давай, плиз. Давай, ну, ребят, походу... не везет, не везет, невезуха вообще конкретно, ребят. Ну, давай. Ну, да я уж сколько открываю, ребят, что-то вообще не везет, реально. Сейчас будет... Да что ж такое-то, ребят? Вообще жесть какая-то. Так, еще, ребята. Мы с вами уже потратили 6000 робаксов. Ну давай, может, Титан? Камерамен, ребята. Да уж. Что-то вообще как-то не везет. Вообще невезуха какая-то конкретно, ребят. Да что ж такое-то? Ну, 0,4%, да, сложно, я согласен. Но тогда надо будет нам с вами сейчас его попробовать обменять. Ну давай, плиз, и выпадай, ребят, 6000 робаксов. И пока вообще ноль. Ну, типа, ладно, спикер нам один выпал, да, и все. Так иди. Ладно, ребята, я не сдаюсь. Ну, может быть, нам Титан вообще выпадет, ребят, да? 7500 робаксов. Ребята. И нам выпал гем. Снова гем, да? Окей. Это, наверное, самое дорогое видео по этой игре, ребят. Ну, давай. Ну. Ну. Нет. Давай. Так, нам апгрейд снова выпал, ребят. Да, снова апгрейд. Но нам апгрейд не нужен. Нам нужен вот этот новый, ребят, 0,4%. Походу я... О, он там был! Он там был, ребята! Это он? Да, ребята, я получил его! Ну неужели, ребята, капец! Ой, я снова нажал открыть. Ну ладно. Тут нам сейчас ничего не выпадет, да? О, ребят, это жесть. Просто капец. Давайте мы с вами, ну, его экипируем, допустим, вместо Лерджа. Да, вот он, ребята. Обалдеть. Давайте попробуем сделать морф. Жесть, ребят. Смотрите, кстати, он не такой большой, да, ребят. Вот я как этот Титан выгляжу.
Блин, он прикольный. Знаете, кого мне напоминает? Сиреноголова. Только, ну, типа то, что он удлиненный такой, да? И, ну, не знаю, напишите в комментариях, кого он вам напоминает. Какой-то непонятный вообще камерамен, ребят. Ну, слушайте, очень интересно посмотреть, как он будет себя в бою вести, да? Давайте, знаете что? Мы с вами, ну, попробуем что-нибудь ему выбить. Например, так, кстати, у нас есть вот это. Да, давайте мы ему что-нибудь рольнем тоже. Может быть, что-нибудь интересное апгрейду, да? Тоже выпадет. Ну, типа, выпадет, не выпадет, как бы... Окей, скорость. Ну, пусть будет скорость. Хотя бы что-то, ребят. Так, давайте-ка попробуем теперь, где у нас этот титанчик новый, ребята. Три титана, это, конечно, дорого он мне обошелся, да? Мне титан-компьютер, ребята, обошелся дешевле. Вот этот вот он, ребята. Так, где? Что-то я не могу найти. Где ты? Так, я его, походу, пропускаю, да? Либо что? Вот так много я сейчас навыбивал юнитов, ребят, что... В числе этих юнитов очень сложно найти вот этого нужного юнита, да? Так, давай. Я, походу, его пропустил уже где-то. А может быть, и не пропустил. Ну, сейчас, может быть, в конце он? Вот он, в конце, ребят, отлично. Давайте теперь рольнем что-нибудь интересное ему. Ну, например, снайпер было бы неплохо, но снайпер очень редко ролится, ребят. Поэтому мы с вами сейчас... Оп, скорость, да? Ну, нет. Давайте что-нибудь поинтереснее. Может быть, какой-нибудь ассасин. Ну, может быть, снайпер. Если снайпер выпадет, будет хорошо, ребят. А тут нам снова скорость, да, выпадает? Нет, давайте еще что-нибудь. Давай. Ну, тем более у нас гемасиков немножко осталось, да? Мы с вами сейчас попробуем... Давай. О, скорость 3, да? Нет, тоже неинтересно. Давайте дальше. Типа неплохо скорость 3, но у нас еще 350 гемов есть, поэтому... О, что-то сейчас редко... Нет. Самый стрёмный, ребят. Сила 1 нам выпала. Ну, давай, что-нибудь редкое. И мы с вами пойдем в бой тестировать его. О, снайпер. Блин, не снайпер, ребят. Critical 3. Я думал, снайпер нам выпадет, но нет. 250 еще гемасов остается. 5 раз, получается, мы с вами сможем... Давай, вот до следующего. Эх, ребята, сила 2. Нам надо дальше. Дальше пытаться, все-таки еще 4 шанса у нас будет. Ну, здесь снова нам... Это что? А, это Untouchable. Ну, не, Untouchable тоже неинтересно. Нам надо что-нибудь прям такое, что будет давать очень крутой бонус в бою. Ну, тут снова сила 2. Хотя бы сила 3, я бы сила 3, наверное, оставил, ребят. Ну, все, гемов у нас не так много. Сейчас посмотрим, что нам выпадет. Так, нам выпадает Critical 2. Окей, еще 2 шанса, ребят. Ну, тут уже выбора сейчас не будет у нас. Что-нибудь выпадет или нет, сейчас мы с вами посмотрим. Так, давай, хотя бы на коины? Нет. Ну, Critical 1 самое стрёмное, что могло нам выпасть. Ну все, давайте смотреть, что сейчас нам выпадет, с тем и пойдем играть. Давай. О, сила. Ну хорошо, хотя бы сила 3, ребят. Вот так вот мы с вами, давайте попробуем теперь. Так, PvP мод не пойдем. Давайте пойдем, я не знаю, ну, Туалет Таун. Ну, давайте вот в эту, ребят, Десерт. В Десерте давно я не играл. Так, в принципе, так, состав, хиллер. Ну да, нормальный состав, ребят, погнали. Посмотрим, что он из себя вообще представляет, этот новый Титан. Да, ребята, не думал я, что так я потрачу много робаксов на него, чтобы нам получить. Я думал, мы с вами потратим, ну, не так много. Типа, я не знаю, думал, 3, ну, может быть, 4500, но никак не 7000, ребята, но ладно. Давайте мы, знаете, что попробуем сделать? Попробуем вот так вот все сделать. Fast mod, автоскип и insane, ребята. Посмотрим, как мы справимся. Так, ну, вот здесь ставим, давайте вот так вот сразу поставим, вот. Неплохо, кстати, ну, надо будет его усилить только, да? Так, и... Стоп. Вот этих надо поставить. Давай, ставься. Вот, все отлично. Так, ну, скорость у нас есть, автоскип есть. И сейчас, ребята, мы с вами должны будем, конечно же, наших ученых апгрейдить. Так, там вон тысячник прошел, да? Короче, вот с тысячником надо что-то делать. Потому что... Давай вот так. Оп, вот, все. Теперь мы не пропустим. Я даже не знаю. Ну, ладно, этот пусть проходит. Прошел так прошел. Окей, молодец. Он нам базу не уничтожит. Давай вот так, оп, все, всех апгрейднули. Так, 2500, ребят, он будет стоить, жесть, смотрите, как круто он выглядит. Да, мне нравится.
Так, я вот так вот апгрейды делаю наших ученых, потому что пока у нас будет Купидон справляться, ребята. Он у меня со снайпером, кто не в курсе, радиус у него очень большой. Так, тут у нас косарик. Ну, давайте вот так вот его апгрейдим. Вообще супер радиус был. И он всех уничтожал. Так, 1000 давайте вот так вот апгрейдим. Вот видите, смотрите, тысячники уже как уничтожаются. 40 хп у базы мы с вами потеряли, но... Ну что, ладно, потеряли так потеряли. Это не критично. Давайте так апгрейдимся. И сейчас уже нам 250 и 500 дают, да? Буста. Не буста, а... Денежек, да? Ну... До 15-й волны точно будет у нас справляться наш Купидон. Потом попробуем поставить сразу, ребята, вот этого нашего нового Титана. Так, то быстрые какие-то хотят пролетать, но ничего. Мы пока с вами апгрейдим наших ученых, чтобы приносили нам больше денег. 10-я волна, ребята, 2 минуты играем, пока идет все очень хорошо. И я надеюсь, так оно и продолжится у нас сейчас, да? Вот так апгрейд, апгрейд. Вон один прошел снова, да? Один снова пролетел. Давайте вот здесь Купидона поставим. Вот так вот. Надеюсь, он его добьет. Да, ребят, должен добивать. Ну, пусть стоит Купидон вон там на всякий случай у нас, да? Так, ну что, в принципе, я могу... Наверное, еще вот так вот сделать. И еще сейчас одного мы с вами апгрейдим. Хотя, наверное, лучше вот здесь вот поставить, ребята, Титана. Я, наверное, так и сделаю. Вот здесь сейчас Титана поставлю. Давайте вот так. Оп, поставил Титан. 7500 апгрейд. Так, у него раз в секунду урон. У него есть скилл. 7500 апгрейд. Это, конечно, жестко. Ну, смотрите, как он выглядит. Это он не апгрейднутый такой. Так, а пролетел кто-то. Ну, ладно, что теперь поделаешь. Ничего ты не поделаешь с этим. Давайте мы вот так вот апгрейдим нашего Купидона, чтобы побольше урон наносил, да? Так, ну и 7500, ребята. Это, конечно, очень дорого. Очень дорогой апгрейд. Ну, а что поделать, ребят? Нам надо с вами апгрейдить. Так, сейчас у нас скип будет. Оп, оп. Все, на ученых я больше не отвлекаюсь, потому что ученые у нас теперь на максимум. Нам надо с вами апгрейдить 3 титана. И я хочу посмотреть, что у него будет за скилл, ребят. Так, вон у нас идет первый босс. Так, давай, босса, 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 гасите босса, босса, босса. Ну, нормально, добьют. Вот, ребят, я апгрейднул. Так, ну, радиус у него слабый, конечно, ребят. Я думал, у него радиус будет больше. Ну, тут, вон, 25 метров, ну, окей. Вот сюда бы, конечно, снайпер, было бы вообще круто. 15000 апгрейд, нифига у него лазер. Вот это лазер, ребят, у него из глаз. Прикольно. Так, ну нам сейчас надо 15 косарей накопить. 15000 копим. Потом можно вот здесь вот на помощь. Тут титан, конечно, больше, ребят. Смотрите, у него и радиус тут захвата больше. Вот сюда можно будет титан потом поставить. Ну, либо вот сюда. Надо было, короче, мне взять дрилмена, ребят. Потому что дрилмен у меня со снайпером. И если бы мы с вами взяли дрилмена, он бы, конечно, я думаю, ну, по-любому затащил бы нам игру. Так, ну-ка, что там у нас сейчас? 14000. Ага, все, 15000 сейчас будет апгрейд новый. Ну, урона, в принципе, много он наносит. Давай вот так. Отлично. Во, ребята, он у нас поменялся. У него появились вот такие мечи теперь. В теле, кстати, появился. Ну, вот радиус, конечно, не такой хороший, как хотелось бы. Кстати, скилл до сих пор недоступен, ребят. Что там скилл-то делает у него, интересно? 24000 ДПС он наносит в секунду. Это, конечно, мало. С учетом того, что у боссов там, ребят, будет 500000, потом 1000000 и 2 миллиона. Вот, давай посмотрим, как с этим будет справляться. Ну, типа, окей. Справляется. Я уж думал, что не справится. Ну, нормально, пока вроде справляется. АОЕ урон я, конечно, вот здесь не убираю в виде нашего Купидончика, да? Можно даже попробовать его апгрейднуть на максимум. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Три титана. Вот это, что это такое? Четвертая форма, она трансформирует. Что-то, короче, четвертая форма. Сейчас посмотрим, ребят, что там за четвертая форма на четвертом уровне, походу. Так, ну, с этими боссами со всеми он справляется. Да, ребят, со всеми вроде как справляется. Так, давай скип. Половину мы с вами прошли уже. Да, надо снайпера сюда, ребят. Если здесь будет снайпер, то будет вообще шикарно. Все,
Все, максимальный левел, ребят. Четвертая форма. Ну, радиус маленький, ребят. 48 тысяч ДПС в секунду. Это дико. А что за скилл? Давайте посмотрим, ну-ка. Что он делает? Что-то непонятно. Что-то непонятно, ребят, что скилл делает. Давайте вот, я даже не знаю, куда ставить-то здесь лучше. Ну, вот сюда можно поставить. Я могу вот сюда вместиться? Нет. А сюда? Во, вот сюда вмещается. Блин, ну здесь очень плохо, ребят, вмещается. Давай вот вместо вот этого вот сюда его поставим. Вот здесь вот неплохо будет. Здесь нормально, а вот здесь уже нет. Давай-ка, знаешь, вот сюда его поставим. Вот здесь вот будет лучше. Ну, я надеюсь. Смотри, 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 что он делает? А, это типа удар мечом. Ну, ребят, я не знаю, что пока делает скилл. Надо будет сейчас проверить на боссе, да? На каком-нибудь. А так пока, в принципе, он всех выносит. И, ну, апгрейды у него дорогие, ребят. Согласитесь, сразу на первый апгрейд 7,5 тысяч, потом 15-20. У некоторых титанов, конечно же, попроще апгрейды. Тот же Дрилмен, например. Вон, смотри, напропускали это что. Ну ладно, там у нас подстраховочка, смотрите, ребят, помогла. Ну, пока что-то как-то я не понимаю, крут он или нет, ребят. Так-то по соло-цели у него урон очень знатный, да? Смотрите, 48 тысяч. Во, босс идет. Давай посмотрим, как он с ним справится. Ну, не справился. Но здесь этот добьет, да. Ну ладно. Тут тоже, вон, смотри, начинает проходить. Черт. Надо вот этого апгрейднуть. Угу. Ну ладно, мы, ребят, играем с вами тогда в этом видео чисто 3 титанами, да? Ну, карта, конечно, не очень удачная. Сложная карта для этого титана. Радиус, потому что, ребята, конечно, не очень у него. Рейндж всего лишь 30. Как у других титанов, например, 50, ребят. Поэтому, ну, давай вообще посмотрим, с этим справляется. Короче, сейчас пойдут боссы, попробую скилл заюзать. Так, вот этого надо на 20 тысяч теперь прокачать. И, в принципе, уже, я думаю, будет неплохо. Вон, боссы у нас идут. Ну, слушайте, прикольно, то, что у него есть лазер, вот куда-то, да, из камеры. О, во, босс идет. Тынс, 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 тынс. Нет, не прошел. Вот эти пройдут, наверное. Давай апгрейд. Все, я еще одного апгрейднул на максимум. Можно, знаете, что даже вот здесь еще одного поставить, вот так вот. Я думаю, неплохо будет. Да, давайте вот здесь еще одного апгрейдим. Тут, считай, один, там, там. Ну, я не знаю, как они будут справляться с боссами, прям сильно жирными. Но пока вроде два справляются. Тан, тан, тан. Вот этого надо будет тоже апгрейднуть. Вон, пошли, ребят. Ну-ка, давай, скилл. Ага, а что сделал скилл? Ну-ка, вот так, пам. Я что-то не пойму, что сделал скилл. Но здесь вот все плохо, ребят. Мы сейчас вот этого пропускаем. Да, смотрите-ка, пропускаем знатно. Очень жестко напропускали мы. Черт. Так, ну ладно, вот этого надо апгрейднуть. Вот этот добивает, должен добивать. Черт, у него радиус такой маленький, ребята. Ну ладно, мы еще пока вроде живем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, пам, пам, 60 жизней. Ой, ну все, там ГГ. Там ГГ, походу. Черт, 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 черт. Давай вот этого тогда титана поставим. Давай. Нет, ребята, тут слишком жирный. И смотрите, как их много проходит. Ну, типа... Я не знаю. Давайте вот так сделаем. Воскрешение, да? За 29 робаксов. Но мы, ребята... Мне кажется, все равно не пройдем. Вот этого давайте 20 тысяч апгрейд. Ай-яй-яй, вот этого, конечно, можно в помощь еще вот здесь поставить. Где-нибудь. Вот так. Но нет, ребят, смотрите. Все-таки напропускали очень много. Тут у нас 8500. Нет, ребят, все-таки, ну вот этих двоих напропустили, да? Давай вот этого сейчас апгрейдим.
Не, ребят, смотрите, ну они пролетают очень жестко. Все-таки один титан не справляется. Ну, ладно, если бы он у нас был, например, со снайпером, то тогда, я думаю, ребята, он бы справился. Только я не понимаю до сих пор, что делает скилл. Что делает скилл? Вот, ну, давай вот здесь сейчас. Оп. Что он делает? Непонятно, ребят, я не понимаю. Типа, возможно, он какой-то яд кидает. Может быть, не яд. Ну, что-то как-то пока непонятно. Я не понял, ребят. Напишите в комментариях. Может быть, где-нибудь, кстати, пишется, что за скиллы. Ну-ка. По идее, сейчас вроде бы пишется, ребят. Вот, бласт. Так, ну-ка, вот у него что? Четвертая форма. А, радиация, ребят. Смотрите, реально. Это радиация в течение 20 секунд. Туалеты получают 5% от своего максимального количества жизней. Прикольно. Ну да, неплохой, ребята, это, конечно, скилл. Но я не знаю. Смотрите, дэмэдж 16 тысяч. У этого 17,5. Ну, а у дрилмена, давайте мы сейчас с вами найдем его. Вот. У него 15 тысяч. Но он, ребята, имеет АУЕ урон. Как бы прикольный так-то, да? Но надо ему по-любому какой-нибудь интересный чар, ребят. Вот со снайпером было бы уже все неплохо. Давайте так, ребят, если вы хотите посмотреть в следующем видео, как я возьму всех самых жестких титанов, то обязательно пишите об этом в комментарии. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.